Гуччино відсвяткували Трійцею на Одещині. В Новомиколаївському районі вперше провели козак-фест. Близько десятка сіл представили свої художні колективи. Окрім того, усіх охочих навчали бойовому гапаку та частували козацькими стравами – кулішем, юшкою та варениками. Обговорили і проблемні питання, зокрема, аварійної дамби, розташованої поруч. Сюда съехались люди со всей округи. Праздник замечательный. Поздравить всех наших медиков с их профессиональным праздником, Днем медработников, и поблагодарить их за их добросовестный титанический труд по сохранению жизни и здоровья наших граждан. И поздравить всех граждан Украины с замечательным праздником, православным праздником Святой Троицы. Сегодня обратились много людей, основные жители, что есть проблема в дамбе, которая есть вот тут, в Телегуле. Она в аварийном состоянии. Обязательно надо принимать какие-то меры, потому что это может закончиться, конечно, печально. Ну, будем делать максимально, вложить все усилия, чтобы решить эту проблему, потому что это реально катастрофа. И это угроза ближайших сел. Ну, надо максимально найти решение за короткий период времени.